привет, с вами Лев, и сегодня достаточно важный ролик, да, а именно о том, то, что моему каналу ровно год, да. А именно 2 марта, да, в принципе, я записываю 28 февраля, все потому, что я боюсь, то, что я не успею выложить ко 2 марта видео, да. Тем более, я хочу записать еще какое-нибудь видео, поэтому, если выйдет до этого видео еще какое-то видео, то, ну, будет круто. Это, конечно, вряд ли, но все-таки я постараюсь. В принципе, что хочу сказать? Хочу сказать пару слов, да, об этом, то, что на самом деле очень все круто. Меня прям, ну, я прям рад, то, что так все круто, да, то, что уже год каналу. Единственное, не круто, то, что ролики выходят раз в 3 недели. Раз в 3 недели, это очень большой срок, то есть, вот, было еще 2 стрима после ролика, да, ну, слава богу, хотя бы постримил, да. И, естественно, после этого ролика я начну снимать еще, ну, чаще ролики, короче, будут выходить. Да. Я буду прям стараться реально чаще выпускать, потому что, ну, это уже, ну, реально, ну, никак не может быть так. То есть надо уже как-то что-то делать, как-то снимать. В принципе, в марте я собираюсь у вас 5-6 дней, может быть, даже раньше снимать ролики. Пускай они будут не такие жесткие, но хотя... В последнее время ролики и не такие интересные, как я, ну, мне они не очень нравятся, если честно, да. Не знаю, как вам, может быть, они качественные стали для кого-то, может быть, нет. Я просто, ну, просто делаю ролики, вот просто потому, что знаю то, что уже сколько времени прошло, и снимаю их, да. А не потому, что мне это нравится, ну, хотя мне это нравится, снимать ролики, но как-то, судя по тому, то, что ролики выходят очень редко, такое чувство, как будто мне не нравится снимать уже ролики. Но все-таки я собираюсь чаще их снимать. И, в принципе, в прошлом году, когда я первое видео снял во 2 марта, я снимал ролики каждый день, потом раз в день, там раз в 2 дня. Ну, то есть, более-менее нормально, да? Это можно, ну, проверить. То есть, сейчас раз в 2 недели выходят ролики, а тогда выходили раз в день, каждый день. Да. В принципе, что могу сказать, да... В этом году будет новый летсплей под куполом, да, будет называться он. Это, ну, там будет еще хардкорная сборка, больше 100 модов будет, да. Извините, если я запинаюсь, потому что, ну, реально как-то сложно, я не готов. Просто включу видео и снимаю. В принципе, да, в принципе, что хочу сказать, ребята, реально, спасибо, что у меня есть 91 подписчик, может быть, и больше будет к моменту выхода этого видео, да. Повторяюсь, я записывал его 28 февраля. В принципе, спасибо реально то, что подписались. Мне очень реально приятно. То есть 91 подписчик. В принципе, у меня было и 100. Но, в принципе, я уже рассказывал то, что мне там накручивал кто-то, да, там вся фигня. То есть подписчики то улетали, то прибавлялись, короче. Ну, прибавлялись в том смысле то, что постепенно подписывались. Потом опять YouTube убирал накрученных только. Да. Все, ребята, в принципе, как-то так, да. Скоро я, кстати, хочу купить, ну, микрофон, наверное. Хотя не знаю, когда это будет. Думаю, через, может быть, пару месяцев, может быть, и раньше будет новый микрофон, потому что звук у меня в роликах мне вообще не нравится, да. Фух, ребята, в принципе, вот, думаю, на этом можно закончить. Я мог много чего забыть, да, сказать. Может быть, я буду такие разговорные ролики делать, где буду всякие там рассказывать штучки. В принципе, ждите новых роликов, да, что я могу сказать. В принципе, да, я не знаю, с праздником там, да, год каналу, все жестко, да, вообще. В принципе, что могу сказать? Круто, да, что могу сказать, да. Все, на самом деле, круто, год, целый канал, да. Также, естественно, видео по выживанию будут выходить теперь намного чаще, то есть не раз в месяц, не раз в 2-3 месяца, а будут выходить, ну, хотя бы 2 раза в месяц. Может быть, даже до 3 дойду. Все. Извините, то, что так ролики редко выходят, правда. Я буду стараться делать покачественней. Естественно, будет новый контент, то есть я буду какие-то новые ролики придумывать, то есть что-то свое такое придумывать интересное, чего нету на YouTube. Ну, или просто что-то такое... Ну, не знаю, посмотрим, да, что будет. Естественно, я не буду снимать один SkyWars, например, да, как это все делают. Я буду снимать разные, да. В принципе, я и разные снимаю, да, то есть, ну, хоть и мини-игры разные, но все-таки
ну, разные мини-игры, не один Skyward в любом случае, да. Также я буду дальше еще всякие там рубрики открывать, да. В принципе, все. Спасибо за просмотр, ребята, да. Что-то у меня очень все лагает, капец, жестко вообще тут. Них уже не прогружается, да. Фу, ребята. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео. Это видео можно даже не оценивать, хотя, как хотите. Если вы прям рады этому событию, то можете лайкнуть видео, не знаю, да. Соцопрос, короче, да. Все. Всем пока. В принципе, как я делал в первом ролике, вместо того, чтобы сказать всем до свидания, всем пока, я сказал в конце. В принципе, ладно.